Дорогие друзья, мы начинаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. Я хочу вас познакомить и представить молодого, симпатичного, очаровательного ректора Новосибирской государственной консерватории Жанна Лавельна. Вы очень молоды, удивительно молоды, и вот желание, может быть, интерес стать ректором консерватории, он возник случайно, спонтанно или в силу каких-то структурных изменений предполагаемых. Вот ощущение внутреннее, вот я ректор. Когда оно возникло? Возникло предложение наверняка, обсуждение было какое-то. Если не секрет, пожалуйста. Вы знаете, вот ощущение «я ректор», я к нему еще до сих пор привыкаю. Прошло еще... Немного времени. Да, совсем немного времени, потому что год с небольшим для такого серьезного поста, это, конечно, ничего не значит. Поэтому «я ректор»... Можно пока еще об этом не говорить. Я исполняю обязанности ректора, выборов не было. Но говорить именно о желании стать ректором, это уже будет точно излишним. Я понял. То есть в силу обстоятельств вы сегодня руководите крупнейшим и единственным за Уралом высшим учебным заведением, которое называется консерватория, которому более 60 лет. И это, конечно, чрезвычайно интересно. Вы кандидат искусствоведения, учились в месте, где родились, на Кузбассе, да, но учились в высшей школе, в консерватории, аспирантура. А искусствоведение с чем связано? Вы не исполнитель, не играете ни на каком инструменте? Каждый искусствовед на чем-то играет. Я играю на фортепиано, и моя кандидатская диссертация связана с инструментальными квартетами Брамса. Ну, а училась, да, я действительно в Прокопьевске, «Жемчужина Кузбасса» называют этот городок. Несколько слов, пожалуйста, об этой программе, потому что уникальное школьное заведение, где вы учились, как там происходило все? И кто вас привел за руку? Родители, наверное, да? Мама, да, моя мамочка, она занимала высокий пост, главный технолог государственного подшипникового завода. И вот у нее была такая мечта, как у многих, наверное, мам того времени и настоящего времени, чтобы ребенок был музыкален. Образован музыкален. Образован, видимо, семья любила музыку, да? Любила, да, конечно. Потому что пошла на такой шаг. Да. Мама пошла на такой шаг, чтобы самой выучиться играть на фортепиано. И научилась играть? Научилась. В возрасте мамы? Да, научилась играть, и меня даже научила. Мама хорошо пела. У нее был такой голос от природы, меццо, можно сказать. Меццо-сопрано. Да, красивый. Прекрасно. Наверное, домашние концерты были в сопровождении фортепиано дома, да? Были, были. Мама просила меня играть, она пела. Сопровождали, да? Да, да. Папа шахтер, но играл на гитаре. То есть семья, да, действительно семья была музыкальная, но без профессиональных корней. Жанна, ваш интерес к Брамсу, это никак не связано с названием рассказа, повести «Любите ли вы Брамса?», значит, Франсуазы Саган? Или это вот пришло уже с профессиональным пониманием музыки? Почему именно Брамс? У вас, кстати, многие очень статьи научные связаны с Брамсом. Ну, не только конечно, диссертация. Конечно, да, занималась, сейчас я отошла от этой проблематики. Почему именно Брамс? Можно говорить, что это возникло, этот интерес возник еще в училище, в музыкальном. После окончания музыкальной школы 10-й, вот знаменитой школы, наверное, на всю Россию, Прокопьевская музыкальная школа, для нее было выстроено специальное здание. Да, здание. Оно уникальное по своей архитектуре, по внутреннему убранству. Свой концертный зал, насколько я помню, да, в этой школе. Да, это уникальная школа. Я таких больше не видела в России. Ей исполнилось 80 лет в 16-м году. Такой же крупный юбилей. Это действительно центр музыкального искусства Кузбасса, да и не только Кузбасса, всего Сибирского федерального округа. Да, там выступают всегда знаменитые музыканты и вообще со всей России. Отлично. Вот скажите, а если перенести мостик вот уже сегодня в консерваторию, у консерватории ведь есть очень хороший опыт аккумуляции специальной музыкальной школы, которой руководит сегодня Александр Тихонович Марченко,
И вот эта связь, она тоже существует, она предметная. Это ваши партнеры, то есть детки растут до определенного возраста и переходят на площадку уже вашей профессиональной школы, да? Действительно так? Да, да, конечно. Александр Тихонович руководит уникальным тоже музыкальным заведением, которое он выстроил, в котором он построил тоже уникальный концертный зал. Да, мы в год культуры его открывали в 2014 году. Школа замечательная, педагогический состав отчасти является педагогическим составом. Да, консерваторским. Когда-то эта школа задумывалась как школа при консерватории. Сейчас это автономное, да, федеральное учреждение, да, образовательное учреждение, очень серьезное, одно из самых серьезных в России. А ребята поступают не только в нашу консерваторию, но и в московскую, да, и в санкт-петербургскую, и отлично. За границей. Жанна, скажите, пожалуйста, какое количество студентов находится вот под вашим ректорским патронажем сегодня? Сколько их примерно, ну, в количественном плане? Вот под моим личным, я же еще не закончила преподавательскую деятельность, у меня две группы. Угу. Это духовики первого курса и вокалисты второго курса. Успеваете вы соединить обязанности ректора и преподавание? Или так, манкируете, там, поручаете уже помощникам? Нет, 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 конечно, я успеваю. Теперь для меня это какой-то, можно сказать, приятный досуг, к которому я стремлюсь, который мне создает такую отдушину. У меня вот среда – это педагогическая. Педагогический, да, преподавательский день. Я безумно люблю студентов. Я очень люблю свой предмет сольфеджио, который... То есть не бросаете профессионально? Нет, нет. Интегрированных в процесс образования и так далее. Хорошо. У вас ведь в консерватории есть специфика преподавания. Это не просто вуз, да, вот технический, гуманитарный. Значит, там ведь есть система такая персональная, да, обучение. Это ведь такой штучный очень процесс преподавательской деятельности, да. Наверное, индивидуальный больше. Степени. Да, конечно, можно по праву говорить, что образование именно индивидуальное. Групповые занятия, безусловно, есть. Такие курсы, как история музыки, история русской музыки, история зарубежной музыки, теоретические предметы, сольфеджио, гармония, анализ музыкальных произведений и так далее. Но специальный класс, специальность обучения на инструменте, конечно, это индивидуальные занятия. Жанна, какой этап сегодня для вас является самым главным? Потому что, ну, мы, допустим, знаем, что такое консерватория вчера, и фасад не очень, скажем, эстетически был. Вот хорошо, что реконструкция закончилась, главного входа. И я знаю, что левое крыло, где находился единственный в городе духовой орган концертный, все требует сегодня апгрейда, перезагрузки, как сегодня очень модно говорить. Вот вы как руководитель, молодой руководитель Новосибирской консерватории, в чем видите этапность? Вот что нужно и необходимо сделать сегодня, завтра? Если можно об этом, пожалуйста. Этапность очень проста. Мы запустили ремонт большого зала и органа нашего знаменитого фирмы «Зауэр». Следующий этап – закончить этот ремонт в сроке, качественно, не потерять акустику этого уникального зала, реконструировать орган, который не знал руки мастеров и реконструкторов все 50 лет, которые он существует. Вот это, собственно, следующий этап. Также есть этап ремонта в планах общежития. У консерватории есть свое общежитие. Да-да-да. Ну, оно в плачевном состоянии, к сожалению. То есть все требует хозяйской деятельности. И возникает вопрос, достаточно ли у вас времени, как у симпатичной, очаровательной женщины, и успевать преподавать, и руководить административно-хозяйственными задачами. У вас для этого есть достаточное количество заместителей? В данном случае я говорю, тот, кто является проректором по административно-хозяйственной части, это же ремонтные работы, это ведь достаточно серьезные работы, уже не связанные, наверное, с творчеством, с музыкой. Конечно, есть специально обученные, да, люди. Да, шуткой говоря, люди. У меня 4 проректора, у меня замечательная команда, на которую я могу опереться. Положиться, да, опереться, которой я доверяю.
Не секрет, что некоторые в этой команде мои близкие друзья, я этого не скрываю. Коллеги и друзья. Я считаю, что в этом плане мне крупно повезло, что я могу работать с близкими мне людьми, я могу им доверять, мне их не нужно проверять, ну, в том числе и в административно-хозяйственной деятельности. Проректор имеет соответствующее образование, плюс юридическое образование, поэтому процесс контроля, так скажем, очень эффективно, хозяйственных да? работ, конечно, на нем лежит. Жанна, у нас очень сильно исторически сложившаяся скрипичная школа, и вот что делается в этом плане продвижения? Имя Захара Брона, всемирно известного. Расскажите немножко об этом, какие планы в учебной программе и конкурсной программе существуют у консерватории города Новосибирска? Если мы говорим о Захаре Нухимовиче Броне, то прежде всего нужно вспомнить международный конкурс юных скрипачей, который проходит раз в 3 года под его председательством. Последний, 9-й, прошел в ноябре 2019 года. Ну и так получилось, что конкурс, благодаря тому, что у нас в зале в Большом начался ремонт, вышел за границы консерватории. Здесь хочется поблагодарить наших партнеров, которые предоставили свои площадки. Это и Академический театр. Оперы и балета, да? Да, оперы и балета, зал имени Зака. Это и филармонические залы, камерные и Большой КАЦА. Конкурсанты получили просто колоссальный опыт выступления на разных площадках, в том числе на площадке малого зала консерватории. Жюри, его председатель были просто в восторге от того, какие масштабы приобрел в этом году конкурс. До сих пор приходят от них слова благодарности, какие-то рекомендации по дальнейшему продвижению этого конкурса. Им бы хотелось, чтобы он остался вот именно в таком формате, в каком он прошел в 2019 году. Еще одной важной деталью было то, что один из лучших оркестров, это наш симфонический оркестр, аккомпанировал победителям на 3-м туре. Поэтому у конкурсантов просто море впечатлений, большая очень практика, серьезная практика. И конкурс, я думаю, должен вот именно в таком направлении развиваться, тем более следующий будет юбилейный. Ну, и 10-й, да? 10-й, да, и мы с Захаром Нухимовичем уже ведем переговоры о каких-то деталях. Отлично. Сегодня, учитывая нашу зрительскую аудиторию, достаточно большую, разную, молодые, в том числе нас смотрят зрители Дома культуры 49-го канала, обратитесь, пожалуйста, у вас наверняка есть такая форма промоушена, собственно, вашего учебного заведения, или, может быть, предполагается, такая возможность у вас есть, пожалуйста. Тем более, наша передача выходит весной, и вдруг кто-то думает о поступлении, в том числе и вашу в консерваторию. Прошу. Я просто уверена, что многие не только думают, но мечтают поступить в одну из лучших консерваторий России. Поэтому, конечно, я приглашаю всех абитуриентов, желающих обучаться в единственной консерватории за Уралом, в одной из самых лучших консерваторий. Вы можете приезжать на консультации, вы можете приезжать на олимпиады, на конкурсы, которые мы проводим, участвовать в конференциях, таким образом знакомиться с педагогами. Мы вас ждем и надеемся на то, что вы из числа абитуриентов перейдете в число студентов Новосибирской консерватории. Жанна, спасибо большое. Это была Жанна Лавелина, ректор Новосибирской государственной консерватории. Не переключайтесь, мы переходим с вами в залы Краеведческого музея. Нас ждет необыкновенная выставка. Дорогие друзья, как и обещано, мы в одном из залов Новосибирского государственного краеведческого музея на выставке «Летая пропаганда». Ее представляет куратор выставки, руководитель целого направления выставочной деятельности музея Раиса Кипнис. Раиса, расскажите, пожалуйста, почему «Летая» и почему пропаганда? Ну, начнем с того, что
Это что такое силумин? Силумин – это сплав, материал? Это материал, угу. Это очень серьезный материал. Это сплав алюминия с кремнием. И он обладает прекрасными свойствами, пластичными свойствами. Угу. Поэтому, для литья, ну, для литья. Именно для литья. Форма. Поэтому в 60-х, 80-х годах в нашем государстве многие художники занимались тем, что изготавливали кабинетную скульптуру. А мы исключительно представляем сегодня, угу, в наших залах кабинетную скульптуру, сделанную из силумина. А вообще этот сплав был... Создан. Создан или изобретен, как вы хотите, сотрудником музея сплава, музея института сплава и золота в 1945 году. Автор этого сплава Андрей Анатольевич Бочвар. Он ученый-металловед, и вот он изобрел этот сплав. Да, я знаю, что он вошел в, да, в этот рекорд. Да, этот сплав вошел в число 5000. Самых лучших изобретений 20 века. Прекрасно. Ну вот у нас в 2015 году наш музей закупил большую коллекцию кабинетной скульптуры. Это бюсты, статуэтки из силумина. И вот мы сегодня в своих залах делаем такую выставку. Ну и вы пропагандируете, соответственно, образы... Конечно. Вот тех... Поскольку выставка у нас состоит... Литературных. Да, из... Авторов. Бюстов. Писателей и поэтов, начиная с Пушкина и заканчивая, наверное, Шолоховым, то, конечно, мы пропагандируем творчество русских советских писателей посредством выставки литой скульптуры. Итак, силумин. А вот насколько соответствует литой образ вот, скульптуры, бюста реальному образу? Вы как-то... Да, мы, в общем-то, провели параллели вот и так. Нашли в фондах нашего музея портрет Горького, Максима Горького, и тут же у нас выставлена скульптура. Я хочу еще отметить, что это графический портрет, и сделан нашим земляком, народным художником Иваном Титковым. Мы его тоже показали на выставке. Так, чтобы можно было сравнить, Сравнить, как, насколько точно передавался образ в силумине и в рисунке. И также у нас есть небольшая копия с портрета Пушкина, кисти Кипренского. И вот она у нас тоже представлена. В общем, мне кажется, что вообще один в один. То есть посетители музея могут сравнить и графику, значит, да, художественный и портрет и литье, соответственно. Ну, разные виды, так сказать, передачи изображения посредством карандаша, туши, и, то есть графического портрета, и плюс вот изделия из силумина. А вообще традиционно где эти изделия находились уже вот так вот в реальной жизни? Ну, в основном, конечно, это кабинетная скульптура. Та же, как и часы, очень бюсты присутствовали на письменных столах не только, так сказать, писателей и поэтов, но и также людей, которые занимались каким-то художественным творчеством или наукой. Да, это было принято, потому что у нас кроме... Традиционное такое искусство было. Кроме скульптур наших русских советских писателей, у нас есть и бюсты и Чайковского, и ученого Павлова, и даже Константина Циолковского. И также у нас есть и другая скульптура, о которой мы сейчас вам расскажем. Да. Хотелось бы, чтобы мы тоже об этом сказали. У вас же есть и миниатюры, там фрагменты, допустим, хоккея. Да, то есть у нас часть... Движенческие какие-то фрагменты. У нас есть совершенно точно 6 замечательных скульптур, которые посвящены спорту. Это композиция футбол, композиция хоккей, фигуристка, футболист. И есть у нас... Лидия Скобликова, которая выполнена в образе конкобежки. И балерина, по-моему, скульптура. Очень популярная, есть бюст, кстати. Есть и Улановой, и есть, конечно, скульптура балерина. Статуэтка балерина. Причем она же есть и в фарфоре, вот эта статуэтка. Конечно. Да? И, соответственно, вот в силумине, в металле. Это да? Такой, ну... Повтор, наверное. Реплика, скажем, да? Возможно. Достаточно интересно. Дело в том, что у нас на некоторых этикетках указаны скульпторы. Те, которые делали, конечно, не бюст, они делали большую скульптуру. И
естественно, да, они выражали еще себя в малых формах. Ну и потом, наверное, как конкурсный образец вот эти скульптуры могли быть проверяемы, потому что прежде чем готовить большой памятник, если он вдруг заказывался или готовился, я думаю, что делали нет. малые формы. Нет, я думаю все-таки, что просто если скульптура такая достойная, то делали из нее вот такую отливку в силумине, мини-скульптуру в силумине. Ну и, вероятно, вот эта отливка в макете позволяла сделать несколько экземпляров, да? Конечно. Литье, авторское уже в данном случае. У нас вот больше 100 таких скульптур самых разных. Большая коллекция. Да, есть у нас, конечно, очень большая Лилиана, которую мы, надеюсь, покажем на следующей выставке. Это образы Ленина. Это образы Ленина в разных вариантах, жанрах. Это разные бюсты, это статуэтки, это бюсты его соратников. И вот в этом году, 22 апреля, будет 150 лет со дня рождения Ленина. И надеюсь, что мы часть вот этой коллекции покажем на выставке. В виде экспозиции, да? Очень интересно. А какие еще скульптуры, кроме писателей, поэтов, вот жанров спорта, Ленина образа, какие скульптуры еще традиционно использовались? Не обязательно, может быть, в вашей коллекции? Ну, во всяком случае, в нашей коллекции есть скульптура небольшая, называется она «Самсон, раздирающий пасть льва». Да, это вообще вот мифологический что... сюжет. Так что, пожалуйста, булыжник орудия. Вы, конечно, пролетариата нет, но есть и другая скульптура, которая... Это шадр, это, да. Это Вучечича скульптура, которая Вучечича. Вынесена на нашу афишу. Понял вас. Скажите, а вот пасть, раздирающий Самсон льва, это ведь скульптура является центральной композицией в парковом ансамбле Петергофа. Да, именно это, да? То есть, повторяю. Но только она в миниатюре. Ну, вот понятно. Ну, и в этом и прелесть заключается в том, что это как сувенир, видимо, думаю, использовалось в том числе и... Я думаю, что вообще... Это была недорогая скульптура, которую мог купить, наверное, позволить житель любой желающий. Советского Союза. Конечно. Раиса, скажите, пожалуйста, а за рубежом в других государствах была практика вот такого изготовления из силумина? Насколько я знаю, что да, особенно в социалистических странах изготавливали и скульптуру, но она была более низкого качества и как-то она не так, в общем-то, ценилась, как она ценилась прижилась, в СССР. Да? Да. Потому что я знаю, допустим, вот такая миниатюра, скульптурная миниатюра в бытовом плане лилась в Касли из чугуна. Ну, чугун очень тугоплавок. Вполне вероятно. Да, и помните, павильон на выставке во Франции в 900 году занял центральное место экспозиции нашей. И там вот чугун именно в виде литья. Ну, вообще Касли это была отдельная, как сказать, ветвь производства. Да. Кроме того, что они лили очень много вообще скульптуры, это миниатюры, жанры, да, в том у них числе. Очень много было, ну, это такой факт подтвержденный, но это немножко чугун, он очень тяжелый материал. Тугоплавки, да. Мы, и вообще он тяжелый. Мы делали выставку каслинского литья, то есть наш музей имеет представление об этом. А все-таки скульптура из силумина, она легкая скульптура. Вот несмотря на то, что она, как бы, кажется, вот это металл, на самом деле она очень легкая, поэтому она может в любое место транспортироваться и стоять, так сказать, поражая своим сходством, допустим, с живописью. И точностью графики. И так далее. Раиса, давайте пройдем к стенду, о котором мы только что говорили. Прошу, давайте, пожалуйста. Вот в этом стенде скульптура из силумина, чем она отличается? Что ее характеризует? Ну, вообще, силумин прекрасно передает движение человеческого тела. Вот мы это видим на примере скульптуры Вучечича «Перекуем мечи на орала». Или вот смотрите, замечательный сталевар. Так и кажется, что сейчас он вот так вот он согнулся, что сейчас он зачерпнет ковшом какой-то металл, и процесс будет начат. Ну, очень приятно, потому что именно эта скульптура является частью экспозиции, и она на плакате, открывающая эту выставку. Мы хотели привлечь посетителей, да, внимание. Сделали все возможное для этого. Да, отлично. Ну, я так понимаю, что это только часть экспозиции, которая находится... Часть коллекции. Часть коллекции, которая часть. Находится ну, в музее. Я уже говорила, да, и скажу, мы будем что иметь возможность еще да, у нас большая Лилиана, это больше 40 скульптур и бюстов Ленина, сделаны из силумина, и плюс еще его соратники, это бюсты Калинина, Дзержинского.
и так далее. Раиса, я благодарю вас за чрезвычайно интересную и содержательную беседу и знакомство с новой экспозицией вашего музея. Дорогие друзья, мы переносимся в студию Дома культуры на 49-м канале. Не переключайтесь. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Дом культуры» на 49-м канале. Мы вновь в нашей студии, домашней студии 49-го канала. У меня в гостях председатель общественного совета Министерства культуры Новосибирской области Наталья Васильевна Ярославцева. Наталья Васильевна, ну, прежде всего, вы длительный период времени руководили Министерством культуры Новосибирской области. И, по-моему, были первым министром, именно вот с точки зрения наименования должности, не руководителя управления, департамента. И, конечно, чрезвычайно высокий и длительный опыт работы в учреждениях культуры. Вот что сегодня представляет из себя структура управления? Какие решения сегодня принимаются в учреждениях культуры, а может быть и в министерстве в том числе? И вот какова роль того самого совета, который вы возглавляете? Пожалуйста, об этом. Да, здравствуйте, Виктор, и все телезрители. Я хочу сказать, что вы задаете такие чиновничьи вопросы. Я уже к этому сегодня не имею отношения. Но, безусловно, конечно, общественный совет наш очень серьезный орган, потому что там собрались люди, которые увлечены действительно культурой, очень хотели бы помочь министерству, муниципалитетам в развитии культуры. И поэтому, безусловно, мы ставим разные очень острые вопросы. Нам нравится, что нам прислушиваются и что мы можем собрать общественное мнение. Ну, буквально три штриха. Вот мы посвятили 19-й год практически работе по визуальному образу Новосибирска. И замечательно сработали с Министерством культуры, с мэрией, с художественным советом при мэрии, потому что было важно, как будет выглядеть наш город, каков его облик. Ну, с точки зрения имиджа, да. Будет ли бренд, каков имидж, совершенно верно. И что необходимо сделать. Он потянул за собой год 20-й, очень интересно, и мы уже работали с Министерством экономического развития и Министерством культуры Новосибирской области по развитию программы туризма на основании постановления правительства. И нужно сказать, что это было очень интересно, потому что очень много экспертов высказали замечательные предложения теперь уже по развитию и брендированию Новосибирской области. Конечно, культуре там было уделено отдельное очень внимание. Много. И, конечно, вы представляете, сколько критики, конечно, обрушился этот момент, но и много замечательных предложений. Наталья Васильевна, извините, пожалуйста, наш регион уникален. Вот 19-20 год вы вспомнили. Большое количество юбилейных мероприятий, торжеств, связанных с юбилеями учреждений культуры. Сибирский хор, областная библиотека, музыкальный театр, я перечисляю, 20-й год – это глобус 90-летия, столетие Красного Факела и, конечно, 75-летие символа нашего города, оперного театра в год Победы. Вот какое участие общественный совет министерства принимает в формировании того самого имиджа, о котором вы начали говорить, и какое место вот интеграции, помощи, может быть, в формирование, скажем, того самого общественного мнения, да, и имиджа в деятельности министерства и общественного совета? Вы знаете, Виктор, если быть откровенным, то я должна сказать, мало мы сделали еще для наших театров. Угу. Такие замечательные, действительно, юбилеи вы перечислили. Мы в целом, говорю я и об области, пусть на меня никто не обижается. Знаете, даже в самые тяжелые времена наше государство находило возможность строить учреждения культуры, строить театры. К большому сожалению, такие замечательные наши действительно театры, перечисленные вами учреждения, областная библиотека, все практически имеют проекты, но ни один из них... Реконструкция имеется в виду здание, реконструкция, материально-технической базы, увеличение. И ни один из них, к сожалению, не реализован, и даже пока в ближайшем будущем, понимаете, нет перспективы. Это очень жаль. Это нас, конечно... Всех беспокоит. Это, я должна сказать, что вот очень краткие штрихи. Давайте начнем с наших юбиляров, замечательных. Угу. Фактически удалось только немного реконструировать Красный Факел, но вы помните, даже с техническими проблемами, это фактически 10-12 год. Музыкальные комедии нашему замечательному театру музыкальному самому сейчас, номинированному, масочному. Номинированному сегодня, очень любимому зрителям, потому да. что они... Они вернулись к тому, о чем мы всегда просили, еще работая в министерстве и сегодня, когда от общественности. Они делают людям праздник, вернув классику, понимаете, замечательную музыку и замечательные спектакли, которые действительно радуют зрителя.
Наконец, они находят, посмотрите, в таких условиях стесненных и тяжелых, какие изюминки, как Фома, например. Да, то есть, да. Это же потрясающе, это сегодня для молодежи, для людей уже, ну, более зрелого возраста, но еще, скажем, не только тех, кто любит классику. Сегодня мы можем говорить о потрясающих работах театра «Красный факел», который практически с гастролей уже зарубежных не выезжает. Вместе с тем, их столетие, это будет, я думаю, потрясающий спектакль, конечно, «Мой красный факел», который будет у них 15 числа, два дня, я знаю, подряд будет. Будут выставки, конечно, потрясающие, кстати, в Первомайском сквере, куда любой может прийти, и в Доме актеров 20-го. Сегодня нас, и, конечно, волнует очень реконструкция театра оперы и балета. Кстати, должна сказать, что общественный совет очень настоятельно о третьем ярусе, ну, вот когда решался вопрос, потом нам показали, ответ был официальный, что будет не третий, а вот именно как сейчас уже реконструировано по противопожарной всем, безопасности. Да, безопасности, по всем требованиям. И сегодня действительно открыт ярус, и это замечательно, потому что, ну, люди об этом тоже просили. А я хочу сказать о первом, например, театре, который мы прекрасно понимаем, сегодня пока не имеет своего отметил дома. Десятилетие и недавно. И очень жаль, есть какие-то сегодня подходы и наработки у правительства, и у Министерства культуры, необходима только политическая воля. Наталья Васильевна. Нужна воля и в управлении. Я согласен. Вот управленческие решения. Давайте перейдем к этому. Насколько мы, как регион, имеем вообще активность в федеральном финансировании, в грантах, которые сегодня почему-то мимо региона проходят? Ну, вы знаете, это, конечно, не сегодняшним руководством может быть порождено, потому что на самом деле Министерство культуры России всегда регионам не очень, скажем так, активно выделяла средства. Угу. Вот для примера, чтобы, не скрывая от зрителей, было понятно. Красноярскую филармонию строили, когда им дали 2 миллиарда, нам не дали тогда ни рубля. Да, здесь понятно, что влияние губернатора, все время просьбы, хождения, попадания в программы, все сейчас этим занимается, конечно, в Министерстве культуры. Но хочу сказать, не так охотно открывают. И говорят, вы себе театр там хотите строить в регионе. Ну вот и строите, это же не федеральный театр. Ну да, театр. И за свои собственные понимаете, средства. Да. А, к сожалению, Новосибирская область, ну, в таких объемах, конечно. Ведь, чтобы построить тот же музыкальный театр, вы помните, первая цифра была 5 миллиардов. Да. После этого только можно было вообще начинать говорить. У-у-у. Потому что его же нужно будет все равно еще потом оборудовать и так безусловно. Далее. Безусловно. Мы понимаем сегодня, почему театр вот Сергея Афанасьева испытывает сложности, да. Хотя все замечательно, что сейчас и город, и область добиваются того, что какое-то все-таки постепенное движение, началось. Движение, да, и финансирование будет. Нас всех огорчает то, что вот невозможно вот эту масштабную работу выполнить по строительству, открытию этих новых театров или хотя бы их реконструкции. Что же касается творческой деятельности, я должна сказать, что в данном случае ваше определение «уникальный регион» подходит идеально. Потому что любой театр Новосибирской области взять – это действительно уникальное явление. Известное на карте страны, за рубежом практически все известны. Даже муниципальные театры, я беру и городской драматический, да. и на Левом берегу. Нисколько и областные не... муниципальные. Да, и сейчас я хочу сказать, что это важно. Передача, например, из «Карасука» областного маленького театра на окраине, но он тоже стал государственным, это какая-то поддержка. Конечно. У нас потрясающий зритель. Потрясающий. Вы знаете, он очень тонко чувствует все новинки, все нюансы. Халтуры не терпит. Может, воспитан, да. Вы понимаете, воспитан, да. Воспитан-то годами. Поэтому я хочу сказать, наши театры огромную работу и пропагандистскую ведут. И, как мы говорим, вот действительно создают новые спектакли, причем разножанровые. И мы можем говорить об уникальности, мы можем говорить о наших юбилярах восторженно. Угу. Посмотрите, как вырос кукольный театр, сколько да. фестивалей. О нем заговорили в стране, зарубежные сегодня приезжают коллективы. Я считаю, что очень много сегодня в этом плане подвинулось. Наталья Васильевна, поскольку вы управленец и до сих пор управленец, скажите, пожалуйста, насколько эффективно сегодня управленческие решения принимаются администрацией региона? Все ли точно? Я говорю о скандалах, которые так или иначе всегда появляются в любом отраслевом, скажем, сообществе. Но тем не менее, вот ваша оценка происходящего сегодня в регионе Новосибирской области. Виктор, ну, сложно давать оценку, понимаете, все управленцы разные, на разном уровне принимаются и правильные решения, и будем говорить, спорные.
Ну, вот если кратко, мое личное мнение, понимаете, потому что я не могу за кого-то сейчас сказать. Мое личное мнение, конечно, связано с тем, что, во-первых, мы очень много теряем, потому что у нас не решен вопрос грантовой поддержки, творческих союзов и инициативы крупных, ну, будем говорить, общественных организаций, да, коллективов творческих, на то, чтобы делать какие-то очень интересные, уникальные вещи. Вот я беру для примера, откуда взялся «Сибирский огонь» или, например, «Живая вода». Ведь это была программа, которая включала практически 300 миллионов. И эти деньги в программе Новосибирской области культуры распределялись на конкурсной основе. Но каждая крупная общественная организация, ОНО или, повторяю, творческий коллектив, мог рассчитывать, предложив некий уникальный, интересный продукт. Причем каждый в своем. Национальные культуры, детские театры, патриотическое воспитание. Но каждый находил свою нишу и свое место. Люди получали поддержку и финансирование, повторяю еще раз, не через конкурс социальных проектов, где, скажу вам откровенно, как председатель совета, я, пожалуй, единственная, кто провел этот аудит, из всех за последние 3 года, каждый год 5 или 6 коллективов в области культуры всего получают по этим проектам какие-то средства, и то с большой натяжкой могу там сказать, что это прямо в области культуры, ну, непосредственно. А что, инициативы не хватает? А вы понимаете, не хватает средств. Очень много, естественно, общественных организаций, которые, я понимаю, оно же идет через Минрегион развития. Да. Понятно, что необходимо поддерживать много общественных организаций. Они считают, у культуры есть свое министерство, которое должно поддерживать. Я еще раз, как председатель совета, я об этом везде говорю, поэтому могу смело у вас говорить на передаче. Да. Все-таки настаиваю, что среди национальных проектов, где мы вместе с федеральными деньгами, с областными развиваем, мы должны иметь вот такой конкурс, понимаете, грантовой какой-то конкурсной поддержки для наших творческих коллективов, творческих союзов, что очень важно, и инициативных вот таких, ну, коллективов, как мы, ну, вот уже объясняла я, национальных культур, керамистов, какие-то, повторяют, народное там искусство и так далее. Это первое. Второе, я, конечно, полагаю, что управленческие решения, они, конечно, всегда имеют такое социальное, понимаете, звучание в области оттенок, культуры, да, оттенок. Последствия. И, конечно, каких-то резких движений сложно здесь сделать. Но, откровенно говоря, на какие-то нужно идти. Потому что есть просто вещи, которые могут тянуться годами. Они раздражают людей. О них уже как бы знают, говорят. И, тем не менее, решение не принимается. Я это говорю даже не в качестве совета власти. Но просто... Власть прекрасно должна осознавать, что так не бывает. Да. Как говорится, там, сколько веревочки не весили, как народ там говорит. Ну, невозможно, понимаете. Люди тогда думают, что власть безучастна, что ей это неинтересно. Ну, вы совершенно правы, потому что вот сегодня мы отмечаем уже полугодовой срок, когда у нас нет министра, у нас временно исполняет обязанности руководитель Министерства культуры. И, конечно, те самые кандидатуры, может быть, вам надо как председателю совета советовать... И в данном случае не только министерству, но и администрации транслировать, скажем, тот опыт, которым, безусловно, вы обладаете. Не, ну не знаю, имею ли я право советовать, но хочу сказать, конечно, хотелось бы, чтобы, ну, хотя бы курирующий заместитель, например, Сергей Александрович, да, губернатора, ну, послушал или поговорил со мной как-то с председателем совета. Может быть, не все мои предложения пригодятся, но это бы хотелось. Нет, я не могу сказать, что нам вообще не дают слово. Мы на общественной палате всегда. Я выступала дважды. Мы даем свои предложения. Должна, кстати, с гордостью сказать, что вопрос, который Министерство культуры поднимало по школам искусств детским, а у нас был целый совет посвящен. Мы все практически из 91 школы, там 75 посетили прям воочию, и подготовили такие вот специальные листы состояния сегодня. Должна сказать, что все эти замечательные предложения губернатор Андрей Александрович Травников донес все-таки в Москве на совещании, на госсовете. Это было очень важно, кстати, очень важно. Но вопрос в другом. Это же, будем так говорить, ну разовая какая-то вот такая работа. Мне кажется, что здесь и министерства, у которых есть общественные советы, должны проявлять инициативу сами. И действовать более активно. Должны, конечно, они должны советоваться. Наталья Васильевна, наша программа выходит в марте. В конце марта, когда мы отмечаем очень много праздников, о юбилеях которых уже говорили, и, безусловно, это Международный день театра.
это День работников культуры. И, конечно, хотелось бы услышать несколько слов. Да, дорогие коллеги, дорогие работники театров, да и работники культуры все, конечно, в целом, очень хочется поздравить вас и пожелать нашим зрителям неизгладимых впечатлений от вашей работы. Большое спасибо. Наталья Васильевна Ярославцева, председатель Общественного совета Министерства культуры Новосибирской области. Друзья мои, наша программа заканчивается, но мы всегда остаемся с вами. Большое спасибо.